Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и я представляю вашему вниманию новую игру на канале, называемую Generation Zero, постапокалиптический мир Швеции 1989 года, бродилка-ходилка, искалка и убивалка, в общем, с классными восходами от создателей охоты. Avalanche Studio. Оптимизация шикарнейшая. Предметы. У меня цель. Обыщите дом, найдите что-нибудь полезное. Что ж, давайте обыщем. Там что-то мерцает. Я, как всегда, куда-то лезу, куда не знаю. В общем, вот такой вот я тинейджер. Довольно-таки интересный. Что-нибудь вкусненькое есть? А если найду? Поиграл совсем в нее немножко. Разобрался, что куда. И почем. В общем, мне нужно идти в этот дом, и, судя по этой двери, в нее уже кто-то вошел. Простите, пожалуйста, не первое видео записываю. Так, возьмите фонарик. Давай, давай. Так, что-нибудь полезное. Ф. О, пропало желание, заплати налоги и живи спокойно. Так, активировать свету. Свет активировали. Красота-то какая. В общем, пепельница, туалетная бумага, дефицит. И это хорошо. Дома здесь сделаны, как бы это помягче сказать, по каталогам и киевским. Прикольно. Так, что? Игрик подробнее. Мац, мы пытались дозвониться тебе домой, но ты, наверное, сразу побежал на станцию. Как только услышал сирену боевой готовности, я понимаю, у тебя и так дел по горлу, но если ты найдешь это письмо, знай, что у нас с мамой все хорошо. Мы поедем в деревню, переждем там. Береги себя, мама и папа. Хорошо. Так, с группой ездили на экскурсии, туды-сюды, источник катастрофы не наблюдается, выглядит пугающим, заброшенным, и возьмите фонарик. Хорошо. Так, возьмите две аптечки. Простые аптечки взял. Так, хорошо. Лутаемся дальше. О! Красота как, смотрите. Опа, опа, опа. Плиточку что-то кривовато положили. Так, двери скрипят. Физика есть? Физика есть. Смотрите, как классно. Как же я устал от неоптимизированных игр, и как же мне вот это вот все, друзья мои, радует, когда у меня 60 кадров при такой графике практически максимальная, и мне дается доза адреналина. Мне б так жить. Ходишь по дому, хренак, и дозу адреналина нашел. Красота. Так как данная игра взрывная, обещается быть, поэтому... Неспешно, будем проходить, может быть, даже будем стримить. Так, что тут еще? Лут рандомный. Все рандомное, так что повторения, я думаю, не должно быть. Так-с, что-то там интересное. Кто здесь? Так, ну это, судя по всему, возьмите пистолет. Где у тебя тут пистолет-то? Эй. Ой, судя по всему, это ноги. И вот такие вот вещи меня будут... того самого. Так, пистолет есть, шахматы пнуть? Нет, не получается. Шахматы прибиты. Так, что у нас тут? Какие звуки? А, это ты шипишь, а я-то думал. Что пригрел, то и шипит, как говорится. Мебель из 90-х. Поностальгируйте, друзья мои. Красота. Красота, это выход мне не сюда, да? Хопа. Ну, классно сделано. Однозначно движок игровой. Так, назвался груздем, полезай в кузов. А, это я выключил. Лучше не выключать. Хорошо, открываемся. Везде пепельница. Так, что это? Еще доза адреналина. Красота! Так, возьмите бинокль. Найдите патронов в полицейской машине. Красота. Хорошо, выполняем. Какой бумбокс-то прям. Ух, какие колоночки-то. Опыт мне насыпали. Тени только что проявились. Пару багов уже заметил. Но, как говорится, в таких играх без багов это неинтересно. Так, туалетной бумаги хватает. Дефицит. Дефицит. Это что такое? А, нифига себе. Вы только посмотрите, друзья мои. Какое освещение. Эх, эх, эх. Что можно взять? Что можно было? Что-то можно было взять, нет? Показалось. Активировать. Выключить свет. Включить свет. Красота. В общем, здесь нет, что-то есть. Ами, доза адреналина. Мы будем все прям такие адреналиновые. В этой комнате еще не щупал. В принципе, тут нет никого. Это я так знаю заранее. Тыкс.
Памятка гражданской войны. Так, так, так. Дорогие друзья, ставим на паузу и, как говорится... Сейчас, кстати, довольно-таки... Это все у нас... Выпусти меня. Актуально. Так что ставим на паузу и читаем, ознакомливаемся. Что-то выключил, что-то включил, и здесь ничего нет. Какой шикарный домик-то. Так, что мы там видим? Смотрите, какие стекла прикольные. Так, здесь ничего. Опять пепельница. Фу-фу-фу. Осуждаю. Так, здесь был, не шипи на меня. Так, что у нас здесь? Здесь, здесь, здесь. Немножко много этой чувствительности на мышке, но это со временем уменьшим. Смотрите, какие восходы. Вот хочется в такой игре посидеть и рыбку половить. Вот честно, октябрятское я вам говорю. Так, никого не видим. Вроде бы нет никого. Ну что ж, потихонечку-пригонечку. Ноги не ломаем? Нет, вроде не ломаем. Все у нас шикарно. Кроме патронов. Ну ничего, патроны со временем появятся. Сразу же все лутаем, друзья мои. Нифига себе, тут кассовый аппарат. Где мои деньги? Где деньги Лебовские? Так, что такое? Это все аптечки. Аптечки здесь как воздух нужны. Зум. Вкусненько. Так, здесь больше ничего нет, здесь больше ничего нет. Эх, драная привычка. Даже календарик. Все общупывать. На стул сесть не могу, при великом сожалению не могу. Нет, классно, однозначно классно, молодцы. Игра, конечно, не новая, но, по-моему, она релизнулась только толка. Толка-толка релизнулась. Что-то я уже по-шведски заговорил, друзья мои. Так, что у нас здесь вкусненького? Ничего. Целые ничего мне надавали, да? Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Текс. Открывайся. Открывайся. Как мне это зажмите? В принципе, в нее можно на геймпаде играть, но я себе вообще не представляю. Тут мышкой практически нереально ни во что попасть, и в этой машине нет никого. Хм, говорю же, лут рандомный. Эх, эх, эх. Текс. Откройся. Вкуснятина. Экспансивные, ры взять все. Все хорошо, я тебя услышал. Ры взять все, тоже волшебно. Сигнальная шашка. Больше здесь вроде нет ничего. Судя по всему, мой дядя с большими ушами не плавает, точнее мальчик. С пальчик, да, вот вперед он не идет. Простите, пожалуйста. Так, что у нас тут? Экспансивные патроны. Патронов здесь, конечно. Как на патроновой фабрике. Смотрите, какая прикольная машина. Тыкс, тыкс, тыкс. А тут их много. Все свою ношу с собой, как говорится. Еще какие-то вкусняхи. Так, еще аптечка. А там что, не берется? Нет, берется. Это просто я не залез. Так, баллон с взрывоопасным газом. Это есть гуд. Для чего-нибудь мы его применим, для чего еще пока что не знаю, к превеликому сожалению, но, судя по всему, рано или поздно узнаем, друзья мои. Так, я там все скоммунизировал, вроде как да. Жалко, уехать здесь на нем нельзя, но вроде обновлением добавили уже транспорт. Ух, футболка черная. Это у меня такое лицо? Ужас, ужас, ужас. Что со мной не так? В общем, выпадают всякие скины, и как обычно в таких играх онлайновых, кто-то будет их собирать. Смотрите, прям лужа. Красота. Красота. Так, ну что ж, потихонечку выдвигаемся. Потихонечку выдвигаемся. Так, огурцы с помидорами собрать нельзя. Ой, какой-то закуточек. Какой-то закуточек. Вот, видите, вот за что я и люблю. Простая птичка. Это хорошо, и тут еще. Фейерверк. Хм. Говорят, пригодится. Но это не точно. Сколько травы. Красота. 60 кадров. Полет нормальный. 10 минут, а мы с вами тут уже поиграли в симулятор бомжа. Собрали все, что шевелится. А что не шевелится, пошевелили и собрали, друзья мои. Так, тут никого. Тут никого, а здесь я, по-моему, был. Предметы 2 из 3. Какие предметы ты от меня хочешь? Чё-то хрюкает. Чё-то хрюкает. Остановка.
Под лавочки никто ничего не забыл. Еще одна машина. Да, чувствительность надо чуть-чуть поменьше сбросить. Не умею я играть на супер высокой чувствительности, я не попадаю. Так, тут никого, тут никого. Открывайся, челюстью зацепился. К превеликому сожалению. Текс. Смотрите, какие эффекты. Чем-то мне вот этот пейзаж напоминает Need for Speed Underground. Так, что мне? Клеющее вещество. Что-то будем крафтить. Кстати, крафт тут тоже присутствует, поэтому я, дорогие друзья, и... Так, патроны, патроны. Хорошо, у меня есть патроны, можно даже передернуть. Так, тут никого. Автомат мне, пожалуйста. Опять патроны. Автомат. Автомат. Я хочу автомат. А, тут на С это. Ха, всем лайк. Всем лайк, мои дорогие друзья. В принципе, можно играть в кооперативе в данную игру. Так, что это такое? Зажмите, чтобы открыть. И, открыл. Что-то было? А, Е закрыть. Открыть и Е закрыть, да? В принципе, вот, смотрите. Смотрите, какая красота, друзья мои. Где у меня тут мой инвентарь? Так, экипировано, тудыть-сюдыть, клеющее вещество, доза адреналина, бинокль, бинокль выбросить, навесное поместить в ячейку. В ячейку, наверное, 4 мы поместим, нет, мы, наверное, в ячейку 6 поместим бинокль, аптечку мы поместим в ячеечку 4 от греха подальше. Что у меня еще есть? Доза адреналина, не знаю, для чего надо, это тоже не знаю, для чего надо. Сейчас мы вам... Возрадуйтесь, какой же здесь бинокль. Восход. Солнышко встает. Страшная листва на деревьях. Красота, друзья мои, красота. Люблю красивые игры. Так, куда мне надо? Найдите и уничтожьте врага. Так, бегать здесь не особо можно. Вот, у меня появляется... Как бы на прицеле, то куда мне? Как стелс в Скайриме. Я же подзалип немножко. Извините, пожалуйста, смотрите. Вот мне бы так жить. Футбольный ворот. Эх, красота-то какая. Красота. И лужи, самое главное. Наконец-то реализовали обыкновенные лужи. И это хорошо. Никого. Никого. И лутать надо все, собирать нужно все. Вон там вот что-то есть, я вижу, вижу, вижу. Обязательно что-то будем пропускать, друзья мои, но... Текстиль. Хорошо, будем куртейки шить. О чем можно еще мечтать в данной игре, друзья мои? Эх, на трактор бы и уничтожить врага. Есть что-нибудь? А под сиденьем? А под сиденьем, судя по всему, и нет ничего, да? Смотрите как. Беларусь! Реализовано. Так, ничего нет в тракторе. В прошлый раз было. Обида. Так, нос чешется, сейчас меня будет выносить. Проверим вот эти пару гаражиков и уже пойдем по квесту. 14 минут побродили, по крайней мере, с вами, друзья мои. Довольно-таки занятно. Так, сюда и не влезть, что ли? Эй, Сим-Сим, отдайся. Открой, сока вам говорю. Так, скорее всего, так. Оп. Настоящий рубероид на крыше. Красота. Музычку можно сделать погромче, а чувствительность поменьше. Секундочку, мои дорогие друзья. Так, звук, музычку чуть-чуть погромче. Вот, хорошо. Escape отмена и клавиатура и мышь. Чувствительность обзора еще поменьше. До 50. Так, прицела пойдет. Повеселее? Да, повеселее стало немножко. Но это не точно. В общем, вкусняк здесь хватает. Поехали искать врага. Враги сожгли родную хату. Так, в стелс. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Сейчас вот, мне даже значочком его пометили. Стрельба здесь самая реалистичная. Как, по крайней мере, сами разработчики сказали. Что они прям... Так, меня пытается уже увидеть. Это вот, вот. Враг вас заметил. Найдите место, где можно спрятаться. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Терпеть не могу, собак. Иди ко мне, мой спелый хлеб. Давай, давай. Сдавайся. Потерял меня, блинский. Вот приходится их на
плоскость выводить. В противном случае... Сейчас проверим, насколько громко будет еще и стрельба. Ну выходи из чайника. Эй! Где ты? Вон он, вон он. Понятие. Нормально вроде. Нормально громковат немножко, да, друзья мои? Сейчас уменьшим и отрегулируем. Все, дядя с большими ушами за мной бежит. Таримся, 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 таримся. Ух, японский бог, он сквозь стекло простреливает. Простите, минус уши. Так, пауза здесь есть? По-моему, нет. Нет паузы. Ладно, мы по-быстренькому, по-быстренькому, по-быстренькому. Звук, 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 звук. Ой-ой-ой. И вот так вот все-таки вернем. Так, нормально? Вот, вот он стоит. Япона мать. Ох, ух, хорошо пошла. Извините за минус ушки. Но, как говорится, не мы такие, жизнь такая. Будем надеяться, нормально никто не оглох. Я в наушниках уж точно оглох. Так, вот у него светится красный глаз. Ик. Клеющее вещество. Отдай пистолет-то. Пистолет отдай. В общем, отстрелил я ему ногу. Надо, наверное, это патронов хватает. Сейчас мы со стрельбой разберемся. Во, вот теперь нормально стреляю. Идите по дороге, чтобы найти безопасное место. Хорошо, хорошо. Вы можете в любой момент открыть раздел обучения в журнале, чтобы прочитать все обучающие подсказки. Используйте Пи. Журнал обучения, да? Так, ну по дорогам идти это себе дороже. Туман. В одной очень интересной игре мне тумана прям не хватает. Наверное, эта игра перед этим выйдет. Так, не заиграться бы, блин, 17 минут, а я тут только первого моба убил. Так, 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 видим. Животное, животное. Хотя это не животное, конечно, но тем не менее. Охота, охота. Где-то он там есть, точно вам говорю. Поглядим. Так, здесь я никого не наблюдаю. Вот где-то на меня вот здесь вот хочет посмотреть. Вот он, смотрите. Вот, вот. Вот какая штука ходит. Красота. Эх, снайперку бы сейчас. Ну-ка, не хрюкай на меня. Не хрюкай на меня полностью. Подожди, я еще не достал себе свою стрелябло. Я ему попал. Меняем место дислокации. Бой начался. Прячемся за дерево. Минус 20 хп за одно попадание, кстати, друзья мои, имейте в виду. Вот такой я тинейджер, который стреляет вообще навскидку и уничтожает всех злобных пришельцев. Старых, но не бесполезных. Сталь. Красота, друзья мои, красота. Ой, думал, кирка лежит. Совсем с ума сошел. Блин, даже лужи есть. И туман, туман. Тумана мне здесь и не хватает. Так, что это такое? Кто-то плеер потерял. Ты же плеер? Плеер. Вот, товарищи 90-х. Кто знал, что кассеты, что такое кассеты? А бобинники кто из вас видел? Так, куда мне идти-то? От минус 20 кадров. Пробежал. Вон еще одна собачка. Так, собачка, собачка. Вот, в общем, так вот нахрапом на них и не пойдешь. Надо все время искать место укрытия. Либо рельеф, либо еще что-нибудь. Либо еще что-нибудь. Мир открытый, поэтому ходи куда хочешь. Сейчас мы вот тут под какой-нибудь елочкой затаримся. Опа. И не видно меня. Все. Для твоих сенсоров я не обнаружен. Так вот, так вот, так вот. Блин, луж, какая классная. Швеция, друзья мои. Так, надо осмотреться в первую очередь, а потом уже воевать. Так, что-нибудь есть? Один повержен, машина повержена. Дядя с большими ушами. Куда-то с это... Субежал. А, вот он, смотрите. Привет. Избушка, избушка. Мне бы какой-нибудь другой бы это. Так, у меня передернуто? Передернуто. Бой начался. Он еще не поймет, с какой стороны я. Но я ему уже что-то выбил. И, по-моему, я его уже взорвал. Нет, он ускакал. За подмогу ускакал, друзья мои. У-у-у. Лерой Дженкинс.
К такому игра меня не готовила. Я, конечно, понимаю, что они это... Ух, Япона, мать, он правда позвал себе помощь. Японский. Взрывной геймплей, блин. Где ты? И не хрюкай на меня. Не хрюкай, я тебе говорю. Обходит с фланга, смотрите. Надо менять. Место дислокации. Так, передернули. За следующую елочку. Так. Так, я ему что-то отстрелил. Пользуемся, пользуемся. Ух, японский бог, все-таки в лобешник я отловил. В общем, нельзя их отпускать, друзья мои. Это чревато. Так, там стреляют, здесь стреляют. Ой, ой, жуть-то какая. Ну скажите, что вы соскучились по такой игре. Меня окружают. Ну, пасаран, блин. Так, я ему что-то отломал. Усю. Ты невкусный. Подожди, мне скрыться от тебя негде. В общем, согрел, как всегда. А, жизни-то мало. Передергивай быстрее. Взорвись. Ляу. Сердце красавицы. Кто-то стесняется, да и по печени. Передергивай. Ух, япона, мать. А жизни-то нет. А жизни-то нема. Эть. Опа, вы применили аптечку. Ух, посмотрю, что у меня на записи, конечно. Не хотелось бы вас глушить, друзья мои. Что-то тут как-то немножко не сбалансировано. По крайней мере, у меня левое ухо уже практически не слышит. Вот, он еще их и кусает. А потому и не кусают. Москитов. Так, здесь с большими ушами. Что в тебе? Патроны стал. Сол, фасол, вилк, тарелька. Текс. Патроны. Да, та сволочь, конечно, много позвала. Тоже патроны. Где тут еще? Еще есть аптечку? Да, надо бы. Доставай уже свой орган. Патронов здесь. Найдите, говорит, безопасное место. А, сейчас. Открывай со. Мы будем забирать все. Такс. Это тоже мини. Капот. Под капотом никого. Зачем вот мне интересно все время капоты открывать? Так, здесь я не смогу. А хотелось бы. Да должно же открываться. Нет, поломато. Ну вот, как всегда. Так, ага. Что с тобой не так? Что мне тут говорят? Так, Игрик адресован охотнику. Охотнику. На конверте очень красивым почерком написано Кхутулку. Ехалюй. Курт, я все не могу больше ждать в Стокгольме. Я так далеко от тебя, думаю, такая жизнь не для меня. Я приеду на выходных, давай вместе сходим на охоту, как раньше. Кажется, охота привлекает меня все больше и больше. Анни. Анни. Так, Биокснесь. Туда-сюда. Новое задание. Найдите дом Биокснесь, принадлежащий охотнику. Хорошо, найду. А зачем ты закрыл? Пропало желание, да? Ага, тут он двухдверный. Понял тебя. Я тебя услышав. Угу. Так, у меня передернут уже, да. Так, туда ходи, да? А карта тут есть, интересно. Опа, даже карта есть. Ой-ё. Вот это ничего себе, тут погулять можно. Нормально. Нормально, чё. Я еще и ДЛС-очку купил по дешевочке, так что. Ух ты. Ух ты. Красота-то какая. Жизнь у меня, к превеликому сожалению, не восстанавливается. А если в нее стрельнуть, что будет? Что будет, что будет, что будет? А вот и не угадаете. У меня жужжит в обоих ухах. Так, здесь это просто горшок. Смотрите, они даже бревна маркируют. Смотрите, какая красивая древесина. Ну вот где вот такое вот еще увидите, а, друзья мои? Красота. Уникальное каждое бревно. Не пожлобились и добавили 6 текстур разных при том. Так, это лестница. Сюда не ходи, да? Найдите дом. Дом, это, конечно, хорошо. То мне идите по дороге, то идите не по дороге, да? Тут ничего не затарено. Ведь? Ой,
Что-то в шее хрустнуло. И развалилось. Вот и почувствую себя мальчиком 89-го года. Так, есть кто живой? Надо глядеться. Тыкс. Туман, как я по тебе скучал. Кто бы только мог подумать. Так, движение не обнаружено. Да? Нет, вот обнаружено, по-моему, вот это движение, да. Вот она какая. Еще один. Ёшкин твой. Нюх-то. Так, это что такое у меня? О, это церковь. Судя по всему. Так, что-то мне. Найдите дом. Еще что-нибудь. Так, а куда мне дом-то мне послали найти дом? Тут какой-то Бэтмен горит. А, нет, это не Бэтмен, это ходи сюда, да? Сейчас по карте сверимся. Угу. Так, это что? Это что за покемон? Охотник, побочное задание. Поставить метку. Поехали. Будем вначале по побочному, потом по основному передвигаться. Так, меня почти заметили. Так. Сейчас пару оленей поймаем, друзья мои. Красота-то какая. Экс, ходи сюда. Вот только посмотрите. Вот это игровой движок. Вот это я понимаю. Конечно, есть просадки. Ну, блин, друзья мои, это ультра настройки. Какой свет. Можно ходить и кайфовать просто. Просто ходить и кайфовать. А представляете, такое в 3D посмотреть. О, поиграть. Там еще что-то кто-то. По-моему, я кое-что это отложил, увидев робота. Тут, блин, уши важнее, чем глаза. Вот она. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Друпа-пуп всем племенем. Нет, он еще жив. R2-D2. Ну-ка. Ой, как больно, блин. Куда же он делся? Ой, ёпона мать, ты что ж делаешь? Суп ты невкусный. Ежевите использовать дозу адреналина. А, это доза адреналина, это моя вторая жизнь. Ёпонский бог, тут он еще какие-то... Мандавошка прыгает. Иди в желудок. Ух. Подождите, не убивайте. Я все слишком молод. Ой. Говорю же, нос чешется. Давай применили аптечку. Он с дробовиком, блин. Где ты? О. Саид, а ты откуда? Стреляли. Хотя я его не вижу. Ах ты, падла. Повидло. Ух. Ух. Там, тара-тара-та-там. Судя по всему, музычка успокоилась. Бой выигран. Минус одна доза адреналина и две аптечки. Ух. Да, взрывной геймплей, это уж точно взрывной геймплей. Надо что-то с громкостью делать, иначе я так оглохну нахрен. Так, у меня передернуто? Нет, не передернуто. Так, много-много машин, и там что-то еще моргало. Выколю. Глаза поотрываю. Так, надо с жизнями что-то делать. Сколько у меня? 5 аптечек? Ёшки. Ну как он мне дал прям в лобешник. На пол жизни, друзья мои. Это вот что-то с чем-то. Это я так все аптечки сожру. К квесту не останется. А это не самый сложный уровень сложности. Как говорится, вы тут медитативно походите. Сейчас походил медитативно. В общем, потеет все, я вам точно скажу. Так, ну, поле еще. Давай мне отмычкой шпильки. Хорошо. Чего я сейчас взял? Оболочечные. В общем, патронами вас здесь снабжают. Но, при великому сожалению, это все, что вам дают. А где мой пистолет, автомат? Так, дядя. Дядя. Тоже патроны. В общем, без патронов вы здесь не останетесь. Для чего открывать капот? Кто скажет? Вот неизвестно. Так. Тут никого. А, это трава сквозь машину растет. Не удивлен. Так, там сумка есть, но с другой стороны. Ах ты, сумка. Ой, какие-то вязаные перчатки желтые.
Обалдеть. Мне только вязаных перчаток в этой игре не хватает для полного счастья. И вон сейчас полотенчик. И совсем все хорошо станет. Мне аптечек бы. Дай аптечку. Так, то... Тут я так не дотягиваюсь. Во, спасибо. Игра, ты меня слышишь. Что меня несказанно радует. Так, еще один фейерверк. Фейерверком, по-моему, слепить этих. Датчики у них. Слепить. Так, это я взял. Это я взял, это я взял. Будем держаться не дорог, потому что на дорогах всякие злыдни писюкаты обитают. Как же красиво. Ебана мать. Как же красиво. Можно, конечно, чуть-чуть тени подтюкать, чтобы всегда было 47 кадров. 50, но это так классно. Ага, дядя с большими ушами, я тебя вижу. Точнее, я тебя слышу. Так, а там внизу, чё, их там 6 штук, что ли, я чё-то не пойму. Или трава такая? Нет, это трава, слава тебе. Ух, 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 ух. С биноклем такое себе ходить, друзья мои, потому что... Ой-ой-ой. Так, здесь вижу значок Бэтмена. Так, хрюк-хрюк-хрюк. Достаем наш орган стрелябительный. И аккуратненько, аккуратненько. Да, травку можно немножко поменьше количество сделать. В таких играх FPS важнее, чем красота. Но красота, конечно, здесь шикарная. Ультра текстуры. Так, сверху посмотрим. Я в позе? В позе. В позе мама мыла раму, да? Аккуратненько. Я, конечно, как на этом. Море, океана. Нифига себе. Там целые острова, друзья мои. Целые острова. Обалдеть. Опа. Никого нет. Директор стадиона. Тут кто-нибудь есть? А если найду? Вроде как нет никого. Что-то мне не верится. Друзья мои, вот что-то мне не сильно верится, что тут и нет никого. В общем, я понял, куда мне совать этот адреналин. Я себе его вкалываю. Вон какая, смотрите, какая интересная руда. Я паковал. Так, я же не скайримовская лошадь здесь. Вроде как не скайримовская. Ух. Вот так вот. Болотные сапоги. Вот самый настоящий березка. В ополе стояла. Кудрявая стояла. Люли-люли. Да его прописали. О, новая песенка. Новую песенку придумал. Эй, люди не люди. Я вот так вот по самой кромочке иду, если что, я туда бульк. И нет меня. Так, найдите полезные припасы в доме охотника и вокруг него. Хорошо, хорошо. Как скажешь. Фига, еще листья в рожу. Солнце в спину, ветер в харю. За вкусняшками. Ага, кто-то есть. Там кто-то есть. Нет, лучше уж сверху, да? И вот так, как они вам прописывают на полжизни. Хочешь, не хочешь, а здесь... Вот так вот не побежишь. Где ты? Злыдня писюкатая, вон он. Сканируешь. Смотрите, он еще и сканирует, он ищет. Красота-то какая. Чует. Тузик, 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 тузик. Хочешь конфетку? Так, а за что же мне здесь прятаться-то? Деревьев нема. Тузик, у меня тут вот дерево есть. Сейчас мы тебя высушим. Так, давай. Только я не понял, там второй тузик или... Сколько там тузиков? Ёшкин матрёшкин, друзья мои. Что-то у меня это... Вы знаете, там... Снизу мне сообщают важные новости, что у меня 3 аптечек и... Да дай ты мне мой бинокль, блинский. У меня 3 аптечек явно не хватит на это количество тузиков. Ух, японский. Какой у него зад.
Так. Чтобы купить что-нибудь не нужно, надо продать что-нибудь не нужно. Мы можем, конечно, воспользоваться рельефом. Можем захреначить им туда фейерверк. И перестрелять их, как собак нерезанных. Они же не скоримовские лошади. Я мы немного лошади. Как сказал Чехов. Поглядим. Сканирует сволочь. Какая сволочь стреляла? Такс. Обалдеть. Раз, два. Третий куда-то скоммунизился, да? Но этот, наоборот, прибавляет интереса. Интереса, интереса. Сейчас я на самую высокую килоколю. Подожди, присядь. Никого здесь нет. Вот отсюда мы их и будем убивать. Но это не точно. Сейчас мы откроем свой инвентарь. Посмотрим, что у меня здесь есть. Основное оружие нету, 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 нету. Доза адреналина. Три жизни у меня. Сигнальная шашка. Сигнальная, которую машина расценит в качестве ценнее среднего радости. Высокой этой. Фейерверк. Перезагрузить, отвечающий за обнаружение угроз. То есть мы это можем... Этот, так, баллон. При уничтожении высокий урон окружающим объектам. О, сейчас мы нахрен ему. Ячеечку-то номер 5. Нет, в номер 5 это я себя подожгу. Сигнальную шишку. Сигнальную шишку себе сейчас на циферку 5 поставим. Так, сейчас мы возьмем большой баллон. Интересно, как он его кинет. А? О! Я тебя услышал. Поставить и взорвать. Нет, меня такое не устраивает. А вот сигнальную шишку я ему сейчас закину. Я! Лерой Дженкинс. Такс. И начинаем отстреливать тварей. Бой начался. Я, правда, закинул на это, на крышу. Но это не точно. Где вы? Да и что вам хреново стало? Товарищ Дайв закинул на крышу. И свалили, просто свалили. Хм. Ты японский? Выходите из чайника, пока я вам баллон туда не вкинул. Так, вот. Идеальное место для стрельбы. Как бы мне вас теперь выковырить-то? У, сволочи. Эть? Куда они все скоммуниздились-то? Сканеры, спать пошли. О, во, собаку вижу. Подожди, подожди, не спеши. Няте, няте, няте. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Наводчик контужен, разброс увеличивается. Стреляет куда угодно, только не в меня. А, блин, и в меня тоже. Только не в меня. А в кого? Вот, кстати, они поточнее-то стреляют. Я вам скажу. И, судя по всему, тут от расстояния баллистика-то меняется. Спрятался. Там еще один был. Эх, снайперку бы сюда. Движение. Во. Тузик, 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 тузик. По-моему, ему хорошо. Вам так не кажется? Ну-ка, давай, звезданись уже. 46 патронов. 46 папулей. Так, надо посмотреть. Он жив? Он цел? Он орел? Эй, нет, не так, не надо. Нет, он ползает. Он живой и светится. Во! Хорошо пошла. Следующий придурок. Пир! Я большой Робин Гуд. Кровавое яйцо. Эх, ты мне попал. Вот так как хорошо. Наводчик контужен, разброс увеличивается. Во, по-моему, хорошо второму тоже стало. Он искрит. Он устал, он мухожук. Вот так вот вы научитесь стрелять. Друзья мои, а третьего можно уже... А, там еще один. Притом сзади. Так, выходим. Бой выигран. Да как же он выигран-то, когда их было трое? А третий, наверное, по мою душу в гору ушел. О,
как оно все запущено-то, друзья мои, так здесь культяпку сломаю, да? Я, конечно, не знаю, ломает ли он свои культяпки, не ломает, но что-то не экспериментировать на дозах адреналина меньше всего хочется. А, Лерой Джекинс. Привет, как твои дела? Я тоже так подумал. Так, патроны-то дают, да все что-то как-то не те. Тра-тара-тара-тара-та-там. О, кастрюля, корзина, картин, картонка и маленькая шабачонка. О, нашел. Еще одна шашка, которую я выкинул. Чего мне там? Противогаз зеленый. Вот сейчас противогаз надо одевать однозначно. Так, что у меня тут с моими этими? Так, доза. Так, навыки, команда испытания, карта. Что за испытание? Уйти в отрыв. Жуть. Профиль. Голова. Шапка участника бежая. Лыжная. О! Зачет назад. Не надо, не голову. Не надо, не голову. Ой, я совсем лысый стал. Давайте-ка вернем. Назад. Очки надо. Так, что я там взял? Лицо. Лица нет. Бедный, мне его жалко. Очки. Солнце. Противогаз зеленый. О, хорош. Сопротивление газу. Красота. Все. Я сопротивляюсь газу. А, мне и видно теперь херо. О, я тебя понял, игра. Я тебя услышал. Так. Лицо, верни меня взад. Я сказал лицо, очки, солнцезащитные, что дают? Ага. Лыжная маска разовая. Один из шести. С желтым, с фиолетовым, с зеленым. У меня что-то вон бровка вылезла. Ну, давайте посмотрим в лыжные маски, как я вижу. Ну, прекрасно вижу. По-моему, даже хорошо. Вот так и живешь. Аж побежал быстрее. Такс. Отважно я так забегаю в эти места, друзья мои. Как меня как кто-нибудь вкусит. И правда, лыжная маска. Обалдеть. Надо будет посмотреть от разных масок. Ну, это уже за кадром, естественно, посмотрю. Как у меня видимость меняется. Так, ну что ж, мои дорогие друзья. Что-то какой-то маленький домик-то. Что ты встал-то? Блин, я в домике застрял. Ну, да ты серьезно, что ли? Японский бог! И я застряв. Ой, господи! Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами был Даев. Подписывайтесь, кто не подписан, будет очень много всего интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь моими видео. Ну а всем вам повыше FPS, поменьше багов, лагов. Всего самого наилучшего, всем вам огромнейший... Огромнейший лайк за просмотр. Всем приятной игры, всем до новых встреч, всем неловкость, вот так вот. Я застрял, я мухожук. Всем пока-пока. Чё, блин. Серьезно застрял. Игра! Я тебя сглазил нахрен. Всем пока-пока.